мечтала увидеться со всеми своими кумирами, пообщаться с Майклом Джексоном, там, с Уитни Хьюстон, с Мэрайей Кэри, там, с Кристиной Агилерой. Лучше держать определенную дистанцию, наверное, со своими какими-то такими мысленными представлениями, потому что я очень часто раньше слушала музыку, да, и не знала, допустим, о чем она. То есть я не переводила тексты, я просто слушала, представляла что-то себе, мне очень нравилось. А потом, через некоторое время, когда я уже выучила английский, я начала переводить, и некоторые песни очень сильно потеряли, допустим, свою какую-то изюминку. И мне кажется, что такое может быть и в общении с человеком, особенно с кумиром, который очень сильно тебе нравится. Я очень боюсь в нем разочароваться. Что везать эти города крыши? Я вообще была такой пацанкой. Я лазила по деревьям, по гаражам, дралась с мальчишками. Вообще очень много дралась. Класса до шестого. Я просто любила заниматься всем, чем угодно, кроме школы. Все, что меня отвлекало от школы, соответственно, заглатывало меня целиком и полностью. Я вообще никогда в своей жизни не брала автографа. Тебя, ты рядом, ты так близко, но не достать тебя.